Поснимаешь? Все, когда буду тут говорить, все. Только не переворачивай, ладно? Так. Так, заходим. Ну, заходим. Вокруг стола становимся быстрее. Большой взрослый стал. Надеюсь, все-таки ты дорастешь морально, как группа 7-9 новички. И мы с папой тебя в ближайшее время переведем. Потому что ему здесь делать нечего. Вот эти 5-6 лет тренировался и говорил. Понял меня? Надо поступать. Ну, вот. По нашей традиции, все знают, как его зовут? Остап. Остап. Говорим Остап, смотрим в лицо и желаем что-нибудь. Поехали. Что ты хочешь пожелать? Остап. Ну давай. В лицо смотри. Громче, громче говори. Чтобы ты был умным. Так, стоп, вот убери вот это вот, смотри, все нормально и желай. Чтобы ты был умным и сильным. Отлично. Остап, и поехали. Говори, Остап. Остап, я тебе желаю, и поехали. Остап, я тебе желаю. Погромче, посмотри, и смотри, да, где он. Остап, я тебе желаю. Стоп, 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 стоп. Смотри, смотрим друг другу в лицо. Поехали. Остап, я тебе желаю, чтобы ты учился в школе на одной пятерке. Отлично. Погромче говори, да. Остап, я хочу тебе желать здоровья, самое главное. Что еще? Чтоб ты хорошо слушал родителей и был большой. Отлично. Так. Так, потанчик. Давай, пожелай. Давай быстрее, быстрее, Антропов, опаздывай. Давай. Остап, давай, пожелай еще один. Что желаешь? Чтобы... Вот в школе одни пятерки. Отлично. Ребят, придумал что-нибудь новое. А то вот повторяйте друг за другом. Это не очень хорошо. Давай, поехали. Остап, я тебе желаю. Остап, тебе желаю, чтобы у тебя было много друзей. Вот, молодец. Давай. Я тебе желаю, чтобы ты не боялся темноты. Темноты? А ты боишься темноты? По-любому боишься. Я не боюсь. Так, давай сейчас. Остап. Нет, стоп, не Остап, а Остап. Остап, я тебе желаю, чтобы тебя перевели в группу 7-6 лет. 7-9 лет, чтобы ты учился на одних пятерках. Так, отлично, пора, давай, сейчас. Остап, я желаю тебе, чтобы... Стоп, давай с самого начала, давай. Остап, я желаю тебе, чтобы ты был суперсилачом. Суперсилачом? Как ты? Да? Или как-то... Ладно, не буду. А чтобы приставки не ломались, да? Да. Говорю, чтобы не ломались приставки. Чтобы не ломались приставки. И чтобы ты их в них вообще лучше не играл. Говори вот так. Давай, поехали, давай. Ты во всех вуз никогда не играл. А играл в шахматы. А в шахматы я очень хорошо играю. Повторяй за меня. А играл в шахматы. А играл в шахматы. Я в шахматы супер хорошо играю. Чтобы я папу... Да, вот могу не кулачить. Остап, я желаю тебе здоровья, счастья, чтобы ты слушал все родители, никогда не ошибался. Молодец, давай, попробуй. Чтоб ты был супергероем и защищаешься от ярости. Чтоб ты был героем и защищался от чего? От ярости. От ярости? Да. Молодец. Я, в свою очередь, тебе еще раз желаю сказать, во-первых, да, я за всех вас повторюсь, учеба, слушаться родителей, ходить в Ярополк, выступать на соревнованиях и, как говорится, наверное, что ты... Кем ты хочешь стать? У тебя папа кем работает? Пожарный. Громче. Пожарный. У тебя главный пожарный в Красногорске, начнем с этого, правильно? Да, а ты кем хочешь стать? Тоже пожарно. Ну, это тоже благородное дело. Так, 3-4, с днем рождения. Днем. Тихо, 3-4. С днем рождения! Все, молодцы. Так, все, улетаем все. И Илья Сергеевич, да.